дорогие друзья! Добрый день, качественные друзья! Добрый день, Арифлейм! Как вас дела? Спасибо вам большое! И поздравляю вас! Поздравляю нас с возвращением к нашему дому Олимпийский, с нашу победу. Дай себе аплодисменты все 16 тысяч орифлеймщики в Олимпийском! Это великолепное чувство здесь быть. Это великолепное чувство быть на этом сцене с вами сегодня для того, чтобы поговорить о компании Oriflame, но больше от того, чтобы Oriflame – это я. Что это значит Oriflame? Это я. Красота как образ жизни – это что компания Oriflame? Это что вы? Как Йоан сегодня супер рассказал, Арифлейм – это я, потому что я – это Арифлейм. Но какой образ жизни у нас есть в Арифлейме? Потому что образ жизни – это не что мы предлагаем, образ жизни – это что есть. Если смотрю вокруг себя, когда я чувствую Арифлейм, когда я чувствую вас, я чувствую, что Арифлейм – это возможность быть красивым, это возможность быть здоровым, это возможность быть свободным. Сегодня мы все собрались для того, чтобы поделиться опытом, чувства, но тоже амбиции, что наши желания, наш образ жизни не только был наш, потому что наше место, задача, это что это клево, это большой кайф, что здесь 16 тысяч человек. Но на самом деле мы не здесь просто потому, что мы хотим хорошую жизнь для себя. Мы здесь потому, что мы хотели, чтобы все вокруг нашего округа, нашего города, нашей страны, нашего мира, чтобы у нас всех были наш образ жизни. И поэтому, когда мы говорим о нашем предложении, мы реально говорим о нашей жизни. Что это значит быть красивым? Что мы предлагаем, как мы посылаем, как мы станем такими красивыми, как мы сегодня являемся? Но на самом деле, давай посмотрим наш ассортимент. Наш великолепный ассортимент, который сейчас дает нам огромные возможности быть не только красивыми, но и здоровыми. Мы сегодня предлагаем возможности людям, которые не предлагали раньше. Благодаря нашей науке, благодаря нашей лаборатории, мы сейчас предлагаем уходы за кожей, рутины, которые дают людям возможности выглядеть 10-15 лет младше, чем своего возраста. Наша wellness дает возможности с натуральными ингредиентами дать людям чувство и здоровье быть даже 10-15 младше, чем своего возраста. Мы предлагаем людям другие возможности быть красивыми и здоровыми, чем никто в этом рынке. И да, я знаю, что вокруг нас, особенно вокруг вас, есть другие компании, которые предлагают вам и вашим друзьям продукты, которые дешевле. Да, есть такие компании. И иногда мы думаем, почему Oriflame такой дорогой? Потому что быть 10-15 лет младше и более здоровым, чем моего возраста, это стоит. Но есть еще один момент, который очень важный для нас, когда мы говорим «дорогие друзья».
Я начал свою речь, дорогие друзья. Правильно? Почему? Потому что мы дорогие. Вы не хотели, чтобы я сюда приехал и сказал, что добрый день, некачественные, дешево друзья. Правильно? Дорогие друзья! Дай себе аплодисменты, потому что вы дорогие! Почему это очень важно? Потому что я хотел бы, чтобы никто в этом зале никогда забыл, что да, вы предлагаете косметику, вы предлагаете wellness, вы предлагаете компанию Oriflame, но прежде всего, что вы предлагаете? Вы предлагаете свой образ жизни. Вы себя предлагаете. И поэтому у нас есть только один выбор. Высокие качества по доступным ценам, потому что мы дорогие. Согласны со мной? Я не чувствую вас. Дай мне аплодисменты, дай себе аплодисменты. Но наш образ жизни – это не только быть красивым и здоровым. Правильно? Сегодня на этом сцене вы видели люди. И в этом сегодняшний день на этом сцене вы будете видеть еще людей. И завтра на банкете директоров будет огромное награждение, высокое звание нашего лидера. Мы тоже предлагаем, и наш образ жизни – это тоже свобода. Мы свободными. Наш образ жизни. Что, о чем мы думаем и являемся, это под один простой вопрос. Кто решает ваш будущий? Ваш сосед, ваш отец, ваша мама или начальник в работе? Кто решает, кем вы будете? Но для многих людей вокруг этого света, которые до сих пор не встретили Oriflame, они сами не решают. Может быть, они были свободными, когда они были дети. Они могли гулять, они могли играть. Но потом, когда они получили свою первую работу, они стали зависимы. У них получился начальник, который сказал, с тестом надо работать, с кем надо работать, когда надо работать, и за это какая зарплата у тебя будет. Oriflame и наш образ жизни другой. Мы в это не верим. Мы верим в людей, мы верим в вас. Мы считаем, что вы должны быть прецедентами вашей жизни. Мы верим, что вам надо решить ваш будущий. Мы верим, что вам надо решить, с кем, когда и какая зарплата достойна вам. Это компания Oriflame. У меня есть зависть на вас. Потому что, если мы честными, я чиновник, я зависимый, я не такой свободен, как вы. Но
Я получаю огромный кайф и удовольствие, что я знаю, что я работаю в компании, где я с компанией могу дать людям вокруг этого света возможности стать свободными. Это дает мне энергию, это дает мне гордость, потому что я знаю, что моя маленькая часть помогает через вас тысячи и миллионы людей стать свободными. И поэтому, благодаря вас и ваша работа, ваше желание, ваш образ жизни, миллионы людей в этом свете получают новые возможности, и они, как впервые, умеют мечтать. Потому что они вас видят, и они видят, что это возможно. И поэтому вы сами лучшие примеры образ жизни компании Oriflame. Я так горжусь, что я могу здесь, на этом сцене, стоять и вас видеть. Герои, модели, примеры, образ жизни Oriflame. Гордитесь, дамы и господа, вы по правильному пути. Вы выбрали правильную компанию. И компания Oriflame выбрали правильных людей. Значит, вы сами лучше. И поэтому Oriflame – это я. Oriflame – это ты. И вам достойно всего хорошего в этом свете, потому что вы сами лучше. Я хотел бы, чтобы мы сейчас, после этого огромного мероприятия, пошли по улицам Москвы, по улицам всех городов России и рассказали о образ жизни компании Flame красивыми, здоровыми и свободными, потому что Oriflame – это я. И сейчас я хотел бы, чтобы вы встали. Встаньте, пожалуйста, потому что мы будем хлопать вместе. И я буду сказать Oriflame. И тогда вы не говорите «да», вы говорите «я». И потом я скажу номер, и вы говорите «один». Потому что вы номер один в вашей жизни, в Oriflame. Вы сами лучшие. Готовы? Готовы? Вы готовы быть президентами вашей жизни? Я вас люблю, я вас поздравляю, я горжусь, и у вас есть великолепное будущее. Вы можете стать все, что вы хотите. В Oriflame мечты сбываются. Я вас люблю. Спасибо вам большое. Удачи вам!